На этих кадрах видно, как пенсионерка выходит из подъезда с сумочкой на плече. Пожилую даму встречает долговязый молодой человек. Перекинувшись парой слов, женщина дает конверт с 3 миллионами рублей и забирает какой-то документ. После мужчина уходит. За что задержаны сотрудниками полиции? 159-я, часть 4. Что совершили? Мошенничество в особых крупных категориях. А это тот же молодой человек, только уже в камере изолятора. Родом из Ульяновска. Рассказывает сотрудникам, как забирал деньги у обманутых пенсионеров. Подработку курьером нашел в интернете. Ранее судимы? Нет. Наркотические средства употребляете? Нет. Вину признаете? Признаю. В задачи мошенников входили только сбор средств. Пенсионерам звонили якобы сотрудники правоохранительных органов, уверяя, что их личные кабинеты госуслуг взломаны, и убеждали снять деньги с карты и передать доверенному лицу взамен на расписку. Установлена причастность задержанного к совершению аналогичного преступления на территории округа на сумму 400 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Химкинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления. Всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудники МВД напоминают, если вам звонят неизвестные по телефону и представляются сотрудниками полиции, банка или любой другой организации, повесьте трубку. Сервер Бикмаметов, новости Химки ТВ.